Знаете, ребят, что я хочу сказать, видя эту заставку? Только лишь то, что мы ее проходили уже, только первый сезон. Кто не видел, ссылка в описании вам на первый сезон, да, данной игры, и там в правом верхнем, левом верхнем углах подсказочка на, в принципе, на плейлист, да, с прохождением первого сезона данной игры вам зашла, и я знаю, что даже многие ждали эту игру, вот, и вот она. Будет коротенькая серия, посмотрим, как вам игра, в принципе, да, я думаю, она зайдет. Вот, поэтому просто посмотрим, что, в принципе, да, за игра, что изменилось, и да просто можно, может быть, тут можно будет посмотреть, что было в прошлой части, ну, в прошлом сезоне. Саш, поудобнее, ребят, надевайте пледик обязательно. Приятного аппетита, тукуш, приятного чипить, кофе или пить воды, приятного вам просмотра. Приятного аппетита еще раз, приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем данное путешествие. О, так. Let's go. Посмотрим, что это. Что же здесь изменилось? О! Да, стилистика другая, не спорю. Давай начнем. Эпизод первый. Все, что осталось. Странно, конечно. Previously on The Walking Dead. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now. We are those bad people dead? Ну, она прям такая яркая, да? I hope you know what you're doing with her. Она была же серовата, тут прям такая ярко-ярко. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay. Бля, ребят, помним, помним. Clementine? Clementine! Oh. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Lee, I saw my parents. I know. You have to shoot me, honey. No, вот это самое грустное. No. Это самое грустное. Самое грустное, самое жесткое было в первом сезоне. Блядь. Как сейчас помню первый сезон, реально. Ребят, ссылочка в описании тоже есть на плейлист. Посмотрите лучше первый сезон. Поймете, вам будет более понятно. Бля, ну я говорю, там просто, там прям реально грустно было. Эпизод первый. Все, что осталось. Что ты думаешь? Томми, ты же не серьезно. Вполне. Мы так не поступим. Почему нет? Потому что... Ой! Это те же, да? Двое. О, ну смотри, она беременна уже. Ёпта, она беременная. Клементайн, a little help here. Omid the second. No. Omid Jr. No. You have to admit it has a ring to it. Yeah, the ring of an egotistical maniac.
По-другому это сделали, по-другому сделали. Yeah, well, my vote counts for two. That's not fair. Are you going into labor soon? No? Then don't talk to me about fair. You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Ну это не то. Это не то. Hello? Ну нихуя. Не знаю, по мне такое ощущение, что им просто похуй чуть-чуть. Смотри, ничего себе, по-другому сделано. Теперь мы за нее играем. Блин, но его тут не хватает. Прям. Это за такой лайк. За такой лайк подписку 100% нужно оформлять. Спасибо огромное, кто это делает. Спасибо реально. О, ебать. Ну тебя, так понимаю, мы будем за Клементину играть, за Клем. За Клементину будем играть. Хм. Ну блин, его тут не хватает, капец. Не знаю, зачем они так сделали, конечно. Ёбана, шо не так, нахуй? Чё тебе не нравится, блядь? Всё же заеби, нахуй. Опа, косметичечка пошла, родная. Где здесь есть вода? Я тоже надеюсь. 300, бля. Кто бы сомневался. Better. Так-то лучше. Ебать. Аккуратненько нужно. Сюда она укатилась, я видел. Не надо меня обманывать, вот здесь она. Бля, и воды нет. Фу. Опа. Ты кто? Остой! Ёпта. Бля, Оставь! Я тебя вижу. Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. Сейчас же вылезай. Кто ты? Не твое дело. Ты не тронешь? Только если ты сглупишь. Get out here. Слезай. Что, ёпта? У тебя что-нибудь есть? Come on, let's see. Ну-ка, посмотрим. I ain't gonna ask again. What's your name? Как тебя зовут? My name? Как тебя зовут? Какая тебе разница? Мне просто было интересно. Stupid. Вот же дура. I'm serious. Серёж, что у тебя еще есть? Это все? Не ври мне, а то врежу. Give me what you got. Да, чё, блядь? I'm not screwing around. Come on. I don't have ничего anything. Нет.
Give me that hat. Давай no. сюда кепку. Нет. Where'd you get it? Откуда она у тебя? I asked you a question. None of your business. Не твое дело. Just give it to me. Давай сюда. Пошла ты нахуй. Ебись, ебана, блядь. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Опа. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Ебать. Блять, пресев нахуй. Блять. Ну и что ты, ёпта, натворила, нахуй? Что натворил ты? Ой, тебе пизда, блять, тебе пизда. I didn't mean to. I didn't mean to. Да, да, напиздит, блять. Только что тут, На нахуй. Осуждаем, блять. Осуждаем. Блять, вот это прям тоже пиздец. Блять, ну разработчики нахуй начинают-то, блять, с грусти-то сразу. Пиздец просто. Бля, ну это жестко, это сразу же просто взяли из грусти начали. Ну ёбан. Ходячие метрецы. Что? Метрецы? Метр на метр. Получается куб. Вольт на вольт получается изюм. Ха! 16 месяцев спустя. Или 6. Krista, talk to me. Где ребенок? Ничего не выйдет. Так посмотрите, жалкое зрелище. Ведь слишком сырые, чтобы греть. More smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Что мы еще можем сделать? Find something that'll burn. Ну, туда что горит, наверное. Я не знаю. Сейчас темно, идет дождь. Сделать это непросто. Тебе следует научиться самой разжигать костер. Сжечь костер, чтобы приготовить еду и согреться. Ты должна это уметь, Клементина. Иначе... Пиздец. Нужно найти группу, людей, которым можно верить. Мы слишком долго были сами по себе. Верить? Думаешь, ты можешь кому-то верить? Не теперь. Я замерзаю. Если ты думаешь, что здесь холодно, то подожди, пока мы доберемся. Чё? Если мы вообще до него доберемся. У нас впереди еще пара трудных месяцев. Сначала будет слякоть, затем лед, а после снег. Будет тяжко. Можем мы дойти? Может быть, не знаю. Нам просто нужно двигаться на север. Здесь нельзя оставаться. Блять. Я скучаю, Полли. I'm sure you do. Now I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit.
Так, что тут? Блять, ну нахуя, разработчик? Блять, только я вот отошел, когда мы прошли эту игру, да, первый сезон. Я только отошел, блять, ну нахуй. Давайте снова напоминайте, блять, ощущения, давайте эти эмоции опять, давайте. Ёпта. Нажмите, удерживайте левую кнопку мыши, чтобы зажечь зажигалку, затем передвиньте ее к газете. Все еще мало. Там слишком слабо. Попробуем. Блин, стилистика чуть другая, хорошо. Уже чуть, ну, в том плане, что видите, всякие вот эти, вот этот выбор чуть другой, уже поприятнее стал. Не-не-не, еще сжигать ничего не собираюсь, еще. Память нахуй. Зачем мне что-то, блядь, сжигать? Что, ебанулись, что, блядь? Должно загореться. Давай, ебана, бля. Не наебу у нас, кого-то пытаешься обмануть. Говори правду, ты не пострадаешь. I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. It's not safe. What the Krista, fuck? Run! Hey! Сосёшь там.
сосать нахуй. Давай, блядь. Добрый вечер. Да, блядь. Отстой! Подъебись! Ой, блядь. Все, беги нахуй. Я понял, как стрелочками на пользу. Стрелочки я понял, как. Типа, как мы ходим, просто надо нажимать быстрее. Бля, ебать. Я еще сначала не понял, как и зачем эти стрелочки, что они еще значат. Потом разобрался сразу же. Сразу же разобрался, ебану, блядь. Да. Экшончик с самого начала. Блять, тебе бы сейчас сушить вещи нужно. Hello? Эй. Пиздец. Молодец. Krista, are you there? Krista, ты здесь? Так, давай смотримся чуть-чуть. Опа. Погнали. Погнали. Надо быть предельно аккуратным.
Бля. Ну такой читаемый был, читаемый чуть-чуть. Скримачок. И там собака. Все хорошо, дружок, все хорошо. Okay, you don't like that. Got it. Sorry. Ну хотя бы приятель наши уже. Собакина, собаки. Там Сэм его зовут, Сэм. Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up. Да, проверить не помешает это. Let's look around for some food. Машинство поищем, иду быстренько. Ну что, тогда они были счастливой семьей. Надеюсь, у них осталось много еды. Ничего съедобного. Что? Wanna play? Wanna play catch? Okay, bring it back. Good boy, good boy. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Empty. Better keep looking, boy. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Hey boy, what's the matter? Shh, we have to be quiet. It's okay. He's dead. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. That looks like it hurt. Hey, it's okay, boy. Shh. He can't hurt us. Think he had himself tied up? Or did someone force him to do this? Ну что, какая-то хуйня будет. Нахуй.
back, okay? Не ждал, он держал за них на расстоянии. Пиздец. Довольно острый. We won't go another night without food, okay? Так, ну давай вот это посмотрим. Давай с тобой глянем. Это тошнит от этого запаха. Здесь больше ничего такого нет, по сути дела. Вот это. Аж поехали. О, мой бог, thank you. Look, a can. Смотри, консервы. Let's see what's inside. Посмотрим, что внутри. Надеюсь, они не испортились. Прикольно, больше взаимодействия, видишь, есть. Видишь? Больше взаимодействия есть. Слава Богу. I guess you're pretty hungry too. Here you go. Hey, you don't eat it all. Ебать, что? Что, блять, и то такой себе. На почене. Это пизда просто. То и то тот выбор просто пиздец. Мне жаль. Это сколько он голодал, блять. Просто не похоже, что он, типа, знаешь, один из этих исходящих.
Он не похож на ходячего, может, просто голодал реально и... Только, видимо, из-за этого. Да, он мне кажется, он прям капец как холод. Ну, как будто бы он очень долго голодал, и сейчас нашли еду. И она с ним поделилась, и он подумал, что типа только его, и отнял, и, конечно, напал потом, когда начал забирать у него еду. Да, это пиздец, конечно. Скримак будет, да, блядь? Ой, блядь, что-то я прям похуёвило. Опа, блядь. Бля, давай, давай, вставай, 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 пошли, пошли, нахуй. Let's go, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Сука, отсосёшь ты, ёбаный, блядь. Нихуя. Я все, хватаю ее, уходим. Давай, что провалить. Бля, жестко, жестко. I think we're safe. Yeah, да, мы безопасны. Hey, you all right? Это в порядке? Думаю, да. I think so. What are you doing out here? Что здесь делаешь? Where are the people? Где твоя группа? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. I'm alone. Я одна. Все, кого я знала, погибли. Осталась только я. It's just me now. I'm sorry to hear that. Жаль это слышать. I just lost a sister. Я потерял... We've all lost folks. Все потерял. Ага. Бля, well, жёстк. Что ж, я Люк, а это Пит. Привет, привет, я Клементина. Рад знакомству, Клементина. Мы отдаем тебя к нашей группе, хорошо? У нас есть врач, а тебе, похоже, нужно поим. Я укусил мужик, блядь. Что же нам делать? Нет, это была собака. We just saw you with those lurkers back there. No. Нет, посмотрите на укус, прошу. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Ну ебать, посмотри ты на, что вы, блядь, развели панику сразу. All right. Let's see. Whoa, 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 hey, watch yourself.
Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Сразу панику развел, блядь. See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Serious. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Я не спорю, блядь, но оставлять там тоже так, блядь, хуй знает, там был сложный выбор. Оба таких себе. Yes. Даже не буду комментировать, блядь. Говоришь правду? You look me in the eyes when you answer. Yes. Да. All right, Clementine. Oh, that's better. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. I'm just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. Oh, shit. Бля, ну она потеряла дохуя крови. Она потеряла дохуя. Ебать, еще одну панику развела. Ого, понятно, беременна, наверное. Ничего против не имею. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a dog. Что за? Keep your finger off the trigger, boy. Выпасть в коврочка, парень. Whoa, what the fuck? You idiot! You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Блять, ты не просто не знаешь ее историю, ёпта. Не могла выжить она, конечно, нахуй. Бля, мужик, давай хоть ты, блять, будешь нормальным, ёбаный рот, блять. It's okay. Go ahead. Не бойся, он врач. Must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Что, блядь? I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do. You're being ridiculous. Нет, нелепо. Я просто маленькая девочка, никому не причиню вреда. I'm not going to hurt anyone. This is bullshit. Наврет. Who's she? Кто она? Sarah. Что я сказал? Оставайся внутри. Блять, что с людьми, ёбаный? I don't mean to be in trouble. Just want to stop the bleeding, потом and then I'll go. Уйду, You'll never see me again. Видеть, I обещаю. And where exactly would you go? To find my friend Krista. Искать мою подругу Кристо. Забудь, ты не пройдешь 5 футов. Carlos, we've been through this before. Мы сталкивались с этим раньше. Мы согласны. Мы не хотим больше такой херни на этом. Все.
So, ну, и что ты думаешь? Это был like такой вкус, может быть, еще и годен. Есть только один способ узнать. Как? Мы подождем. Что? Завтра утро, если начнется лихорадка, то мы узнаем, пройдет она. А пока мы можем запереть ее в сарае. Пиздец. What about my arm? А что значит моя? Рану нужно вырвать, зашить, перевязать. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. Чего? I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it, stitch it up for you in the morning. But... Охуенно, блять. Бля, вообще ёбнулись, что все парочка нахуй, блять. I'm sorry. It's the best we're gonna get. Пиздец, нахуй. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Пиздец. Не, я, конечно, понимаю, что, да, там меры предосторожности не в такой степени. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. It was a dog. Это была собака, вот и видишь. I guess we'll find out in the morning. Вот узнаем, правда это или нет. If I last that long, maybe you could go look for it. I wish I could. Я хотел, правда, но слишком скованно, прости. Sorry. А хоть пиздец. Тебя просто бы обработал, ёбана, блядь. Ну, из вас я хотя бы увидеть наверняка. Но без базы никого. Бля, я тоже не могу в это поверить, это вообще пиздец. Хорошо, все будет хорошо. Опа, нахуй, сюда, блядь. Not much left in here. Мало что осталось. I guess if I have to, I can use this for stitches. А нахуй, подожди-ка. Инструментов нету, понятно. Так, опа. Что упадет? Молоток нахуй. Там гвозди. Материал дома пришел.
Да, мы на этом с тобой и остановимся, собственно. Вроде сказал, будет короткая серия, а в итоге, бля, вон, пиздец длинная нахуй. Но в любом случае, спасибо за просмотр, такая серия была. Посмотреть, что за игра. Бля, много чего поменяли, прикольно, поприятнее стало, согласен. Была, та была прям серенькая, такая уже более цветная. Вот, в принципе, все, спасибо за просмотр, такая серия была. Посмотрели, пишите свои мнения в комментариях. Как вам, в принципе. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.